Боюсь. Я исполню песню первую из репертуара Валерия Агафонова, конечно. Это песня авторства Юрия Борисова, его друга, и песни которого Валерий Агафонов постоянно исполнял. И, собственно говоря, благодаря вот песням Юрия Борисова я открывал творчество для себя Валерия Агафонова. Песня, которая называется «Заунывные песни». Заунывные песни летели вдаль березовой русской тоски. Где-то детством моим отзвенели петербургских гимназий звонки. Где-то детством моим отзвенели петербургских гимназий звонки. Под кипящий янтарь оркестрантов, под могучие наши ура, не меняли государь император, из кадетов возвел юнкера. Не меняли государь император, из кадетов возвел юнкера. Под кипящий янтарь оркестрантов, под могучие наши ура, в синем небе летавры гремели и чеканила поступь война. И не мнели глаза голубели и махала руками из окна. И не мнели глаза голубели и махала руками из окна. Мчались годы в простреленных верстах по друзьям, не вернувшимся в ряд, что застыли в серебряных росах за отечество и за царя. Что застыли в серебряных росах за отечество и за царя. Не меняли вчера, обнимали долгожданные руки, и вот не меняли в ЧК, разменяли под шумок 18-й год. И следующая песня, это моя песня, называется «Надороженька». Это стилизация под русскую народную песню, и она написана от женского лица. Что же я?
Слова и музыка Игорь Славич. Как называется? Дороженька. Дороженька. Браво! Боже, какой красивый. Спасибо, Игорь. Какой красивый романс, да?